Каждый водитель желает знать, где стоит инспектор ГИБДД. Но беспокоиться не стоит, штрафов не будет. Госавтоинспекторы совместно со школьниками провели акцию, которая проходила вблизи пешеходного перехода у одной из школ Бердска. Ребята подготовили яркий плакат с надписью-призывом «Обратить внимание на дорогу». На улице города Бердска активисты школьного отряда ЮИД совместно с Госавтоинспекцией по Новосибирской области проводят сегодня профилактическую акцию «Внимание на дороге детям». В связи с тем, чтобы привлечь внимание водителей и взрослых пешеходов к тому, чтобы они были предельно внимательны и осторожны. Участники акции рассказали водителям, какие правила дорожного движения необходимо соблюдать, садясь за руль автомобиля, делая основной акцент на необходимость пропускать пешеходов, а также вручали водителям агитационные листовки. Аналогичная работа проводилась и с пешеходами. Им напоминали о необходимости переходить дорогу в строго определенных местах, всегда следовать правилам и быть внимательными и осторожными. Мы с моими одноклассниками будем проводить акцию «Внимание на дороге». Мы будем останавливать водителей и проходящих мимо, которые будут переходить дорогу мимо школы, и будем рассказывать правила и раздавать листовки. Эти основополагающие правила, казалось бы, знают все от мала до велика. Однако пренебрежение ими, к сожалению, не редкость. Снизить количество происшествий на дорогах, призвать пешеходов и водителей быть внимательными – главная задача акции. Соблюдение простых правил поможет избежать травм и спасти жизнь.